Всех участников возрастной категории 16-18 и от 19 лет. Все эстрадные номинации, солисты. В оставшихся возрастных категориях ждем вас на сцене. Если нет участников, представители, пожалуйста, поднимайтесь к нам на сцену. Разделите нашу радость. Церемонию награждения проводит член жюри, педагог, композитор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Мулявина, руководитель призеров детского конкурса Евровидения, автор популярных детских песен Светлана Сладенко. Участник фестиваля Дарья Молева, город Москва, эстрада на русском языке. Участник фестиваля Мария Васильева, город Молодежный, ретро-песня. Участник фестиваля Елена Михайлевич, город Москва, эстрада на иностранном языке. Участник фестиваля Ольга Лебедева, город Лобня, песня Александра Ермолова. Участник фестиваля Ирина Князева, город Молодежный, эстрада на русском языке. Участник фестиваля Мария Васильева, город Молодежный, эстрада на русском языке. Участник фестиваля Ольга Лебедева, город Лобня, эстрада на русском языке. Участник фестиваля Анастасия Климачева, город Москва, эстрада на русском языке. Дипломат третьей степени Ирина Князева, город Молодежный, песня Александра Ермолова. Дипломат первой степени Ольга Прокаева, город Находка, эстрада на русском языке. Дипломат первой степени Анна Караванова, город Балашиха, эстрада на иностранном языке. Дипломат первой степени Елена Калун, город Москва, эстрада на русском языке. Дипломат третьей степени Анастасия Климачева, город Москва, эстрада на иностранном языке. Лауреат третьей степени Марина Ивкова, город Железногорск, эстрада на русском языке. Лауреат второй степени Айна Белхароева, город Москва, эстрада на русском языке. Лауреат второй степени Ольга Прокаева, город Находка, эстрадная песня на иностранном языке. Внимание! Лауреаты первой степени. Зоя Кулаткина получает звание лауреата первой степени, а также подарок. Номинация «Песня из кинофильма». Песня Александра Ермолова. Джазовый вокал. Три кубка лауреата первой степени. И ваши аплодисменты. Звание лауреат первой степени и подарок получает Валентина Низовкина, город Москва. Номинация «Песня Александра Ермолова», «Эстрадная песня на иностранном языке» и «Эстрадная песня на русском языке». Три диплома и три кубка. И ваши аплодисменты. Участник фестиваля Мария Черный, город Москва. Эстрада на иностранном языке. Дипломант первой степени Анастасия Пестрикова, город Москва, эстрада на иностранном языке. Лауреат третьей степени Лиза Калинина, город Казань, песня Александра Ермолова. Лауреат третьей степени Анастасия Пестрикова, город Москва, эстрада на русском языке. Внимание! Лауреат первой степени, а также подарок получает Ирина Соболева, город Йошкар-Ола, песня Александра Ермолова, песня на иностранном языке. Два диплома, два звания лауреат первой степени и два кубка, конечно. Звание лауреат первой степени и подарок получает Анна Бойко, город Москва, номинация «Народный вокал». Звание лауреат первой степени и подарок получает Лиза Калинина, город Казань, номинация «Национальная эстрада» и «Академический вокал». Два диплома и два кубка вручает Лизе Калининой. Ну и, естественно, ваши аплодисменты. Вам огромное спасибо за доставленное удовольствие. Вы молодцы, так держать. Кто не достиг тех
вершины высот, которых хотел бы. У вас все впереди, главное к ним идти, стремиться, работать. И в вашем возрасте уже пора начинать пахать, чтобы были результаты. Так что удачи, вперед, увидимся. Проходите в зрительный зал, спасибо. Ну а сейчас самое массовое показание.